Привет, друзья! Сегодняшний обзор может оказаться интересным людям, ведущим активный образ жизни. Компания Кимафан предлагает рассмотреть водопылезащищенную гарнитуру. Китайская компания Кимафан из города Шэньчжэнь с 2004 года специализируется на производстве широкого спектра радиомикрофонов для различных видов деятельности. Отмечу высокое качество самих микрофонов, используемую профессиональную систему радиосвязи в диапазоне 2,4 ГГц, а также наборы качественных аксессуаров для этой продукции. Радиомикрофоны Кимафан можно приобрести на многих международных торговых площадках. Это продукция высокого качества и приличной ценовой категории. Беспроводный микрофон Кимафан DWP-91 идеально подойдет для тренера по плаванию, тренера по йоге, инструктора по фитнесу, тренера по водной аэробике, тренера по спиннингу, преподавателя физкультуры, других активных исполнителей и любых активностей, связанных со сложными условиями, в которых обычное устройство работать просто не смогут. Давайте-ка рассмотрим основные возможности этой модели. Беспроводная фитнес-гарнитура Kimafan DWP-91 – это водонепроницаемый микрофон защиты от пота, пыли, песка по стандарту IP67. При этом допускается полное погружение в воду до 3 минут. Использован диапазон связи 2,4 ГГц, что позволяет находиться до 20 метров до приемника сигнала. И передатчики приемника оснащены встроенными перезаряжаемыми литиевыми батареями, которые могут обеспечить около 5-6 часов рабочего времени, а полная зарядка занимает всего 2 часа. Эта модель оснащена специальным конденсаторным микрофоном и встроенным интеллектуальным чипом шумоподавления, который может эффективно устранять помехи окружающей среды и точно улавливать ваш голос, когда вы говорите. Легкий вес всего 44 грамма позволяет вам почти не чувствовать его на голове, помогая избавиться от оков кабеля для максимального комфорта и большой свободы передвижения. Итак, в комплект входит приемник, кронштейн гарнитуры передатчика, к которой подключается съемный микрофон, два этих самых съемных микрофона, кабель для зарядки, на нем имеется магнитная защелка для подключения к гарнитуре, а также разъем для подключения приемника. Имеется пара колпачков ветрозащиты для микрофонов. Кабель-переходник с 3-пинового на 4-пиновый мини-джек. И довольно удобная сумка для переноски. Сейчас я соберу устройство и покажу его работу. Соединяем микрофон с кронштейном. Включаем питание передатчика. Загорается индикатор. Тут же находятся кнопки управления громкостью передачи, плюс и минус. Приемник включается продолжительным нажатием на кнопку питания, при этом загорается индикация. Гарнитура готова к работе. Ее можно подключить к любому устройству, имеющему аналоговый вход. Для демонстрации я подключу ее к iPhone. Вначале соединяю переходник Apple Lightning, который не входит в комплект микрофона, с телефоном. Теперь подключаю к нему переходник с 4-пинового на 3-пиновый мини-джек. Это как раз из комплекта. Далее, сняв 6-мм адаптер с приемника, появляется возможность подключить к нему iPhone. Вуаля! Момент. Привет, Кимафан. Несколько проще, приемник подключается к прямым аудиовходам. Вот, например, к встроенной звуковой карте ноутбука. Мой бук позволяет конфигурировать распиновку входного разъема. Или к внешней звуковой карте USB. Любой. Или к встроенной карте десктопа. Или к продвинутой студийной звуковой карте.
Точно так же приемник подключается к любой активной колонке и позволяет слышать голос тренера или инструктора, невзирая на любые погодные капризы. Я считаю эту вещь весьма полезной, а кое-где даже незаменимой. Успехов, мои кимофанские друзья!